Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами готовим очень быстрое мягкое печенье, не сладкое. Это будет сырное печенье, в котором всего несколько ингредиентов. Итак, для начала нам понадобится небольшая емкость для смешивания теста. В нее разбиваем одно яйцо среднего размера. Аккуратненько его вилочкой взбалтываем для того, чтобы разрушить структуру желтка. Далее добавляем натертый сыр. У меня это был легкий сыр, я натерла его на крупной терке, можете натереть на мелкой, это уже на какой вам удобнее. Теперь добавляем сюда сухие ингредиенты. Сухие ингредиенты у меня была мука дурум, можете добавить любую ПП-муку, которая вам нравится. Также добавляем разрыхлитель и ставим духовку прогреваться до 180 градусов. Пока массу все аккуратненько перемешиваем, чтобы ингредиенты у нас соединились. И остается добавить только сливочное масло. Это может быть, в принципе, и кокосовое масло. Смотрите, какое вам удобнее. У меня было очень твердое, поэтому я его немножко растопила в микроволновке. Но можете, если оно у вас мягкое, использовать просто мягкое сливочное масло. Добавляем 2 щепотки соли. Может быть, какие-то специи по своему вкусу можно добавить. И все, аккуратненько начинаем выкладывать на пергамент, либо на тефлоновый коврик, смотря на чем вы больше любите выпекать. Формируем печеньки. Печеньки примерно 1 см толщиной любой формы. Как видите, тесто абсолютно к рукам не липнет, с ним очень удобно работать. Выкладываем все печеньки на пергамент и отправляем выпекаться примерно 12 минут. Единственное, не формируйте печеньки очень большими, для того, чтобы они успели пропечься. Все, отправляем все выпекаться. Получаем вот такие вот румяные сырные помпушечки. Очень вкусные, не сладкие. Подойдут как к чаю, так и в прикуску, хоть к супу, хоть к гарниру. Обязательно попробуйте, уверена, что вам понравится. Получаются очень мягенькие и нежненькие печеньки-помпушечки, кому как нравится. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.